Артист, который выйдет сейчас на эту сцену, в ушедшем году отметил свое 30-летие блистательными гастролями, которые прошли с головокружительным успехом во многих городах Америки, Европы и России. И нам вдвойне приятно, что свой новый гастрольный тур он начинает на сцене фестиваля «Песня года». Сейчас прозвучит песня, которая называется «Мало». Автор музыки Владимир Пресняков-младший и автор стихов Валерий Цауткин. Вообще это, в моей жизни, эксперимент. Эксперимент, потому что вот подобного плана песни я, в принципе, никогда не пел. Но мне всегда было интересно делать то, что я еще не делал в своей жизни. Начиная от самой песни и заканчивая съемками клипа на эту песню, все было очень интересно для меня впервые. И работа с балетом Тодда, с Салой Духовой и с Олегом Гусевым в этом стиле, в этом жанре. И я думаю, что этот эксперимент удался. Поет Филипп Киркоров!
Авторы песни мало. Композитор Владимир Пресняков, младший и поэт Валерий Салкин. Поздравляем! Услышал эту песню я в прошлом году, летом, у Олега в концерте. Но так как мы с Олегом дружим давно, я к нему подошел после концерта и говорю: «Олег, ты мне друг или не друг?» Он говорит: «Друг, конечно». Я говорю: «Отдай песню. Вот эту песню отдай. Вот это моя песня. Вот знаю я, честное слово тебе даю, что ты не пожалеешь, что ты ее отдал мне». Олег подумал и сделал мне такой подарок. А я, в свою очередь, делаю подарок зрителям, слушателям, которые высоко оценили эту песню, раз она тоже попала в финал. Сейчас прозвучит великолепная песня Олега Газманова, единственная в потрясающем исполнении Филиппа Киркорова. Даже в зеркале разбито, над осколками склонясь, в отражениях забыты, вновь увидишь ты меня. И любовь безумной птицей разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться, буду сниться все равно. Единственная моя, обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды подают моря и срывая якоря, прочь летит душа моя. Что мы сделали с надеждой, когда пришла беда? Ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда. Не родятся наши дети, не подарят нам цветы, будет петь холодный ветер над осколками мечты. Единственная моя, ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря и срывая якоря, прочь летит душа моя. Сорвалась в небо, ты боялась высоты, и осталась только горечь от внезапной пустоты. В нашем зеркале разбитом ты увидишь, наклонясь, две непрожитые жизни разлетаются звеня. Единственная моя, светом обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? И срывая якоря,
Киркоров, лауреат фестиваля песни 97, автор песни «Единственная», композитор и поэт Олег Газманов. Всей нашей семьи хочу вам пожелать, наверное, самое главное – здоровья.